с полчаса. Не знаю, угодил я вам этим вот такими вот эмоциональными рассказами или нет. Вот еще немножко расстраиваю. Я недавно, всего 2 недели, как вернулся к этой теме, которую я называю размороженная вода, замороженная, размороженная. Вот. Хоть пивная кружка приклеилась. Подарили за день рождения, я ни разу в жизни у меня пиво не заливал. А так удобно, видите? Еще раз. Вот. Пробуйте. Это тот самый случай, когда вреда уж точно не будет. Вот. Ну, а теперь вспоминайте, почему весной все расцветает. Да потому что снег тает, вода получается. Дожди весенние, вода получается. Осенние дожди, тоже волшебные, потому что надо к зиме подготовиться. Ну и так далее. Так. Да, сейчас. На дату внимания. 5 августа. Вот. Это предел для абрикоса, который мы называем средние спелые. Поспевают в этом первой декаде августа. Все, что позже, это уже пойдут потом поздние спелые. Вот. Вот это вот перед вами амур. Вот. И а дальше было дальше. Они падали, а мы сдались. Мы больше 5 августа и 23 августа. Все. Мы сдались. Сотни квадратных метров покрыты этими косточками и сейчас. У меня есть хороший случай, положительный. Я подружился с украинским садоводом. Я считаю, придет время. И до России он, видите, фамилию не называю, сделает больше, чем вся российская наука. Почему? Умудриться через пятые руки, не через третьи, не через пятые руки мои, персики хасанские, использовать их как подвой, и как самостоятельную культуру, получить уникальный урожай. Вот. Потом вспоминаем, как было. Ушли под зиму, потому что этот урожай, не воз... казалось бы, я его пожалел. Приходит фотография. Лежат ковром персики, которые мы бы, не крупные, 50 грамм, 60, мы бы, россияне, сочли бы за счастье, даже я бы, чтобы у меня такой урожай, у меня никогда в Сибири таких урожаев не будет. У меня было минус 27, самое низкое. Никогда такого у меня не будет. Я смотрю, а они у него ковром гниют. А почему гниют? Потому что Украина... Это Украина, для них это, сами понимаете, это как автомобиль «Жигуль», когда вы все пересели на «Мерседес», якобы. А у нас бы само то пошло. У нас сейчас половина этих, я на «Жигулях» езжу. У нас бы пошло. Граница на замке сегодня. И вот он вдруг оттаивает снег, прямо в январе. Он собирается, я так понимаю, не без моего влияния, вот, раскалывает, садит и получает большое количество сеянцев. Подчеркиваю, раскалывает. Это один пример. Второй пример был выше, помните это сам? Вот второй пример. Извините, друзья, у нас учеба. Что было написано? Уличная сертификация под снегом. Видели? Результаты видите? У украинцев видели с персиками результат? Показывал? Вот. А у меня они тоже ушли, и только где-то в середине апреля можно будет их собрать. Но мыши их жрут только так. Я боюсь, что мыши соберутся со всего Красного хутора. Вот. Потому что они интересно их собирать. Они просто подходят к грузу. Они сотнями собирают в одно место, вот такой вот круг делают. Это у них как бы заготовка, как бы плодовая, а потом начинается грызть. Но если бы вдруг в эту уже зима заканчивается, чудо не случилось. Вот. Ничего про нас не знает официальная наука. Ничего не знают чиновники, которые отвечают за то, чтобы у нас поменьше завозили за рубежи и больше сами вырастили.
Вот. Этой нашей науки, которую я сейчас проповедую, вот, не существует. Вот. И осталось, ну, 2 месяца, а потом растает снег, и мыши догрызут, они любят весной, у них холод, они любят. Вот. К сожалению, это к тем, еще 100 с лишним банок у меня лежит, ждут своего часа, 3-литровых, вот с такими кочками. Вот. Мелких туда влазит около 2000, крупных 1000. Вот столько у нас лежит. А если бы... А что такое чудо? Это однажды кто-то на уровне президента страны, премьер-министра, ниже нельзя, там всем по барабану, вот, на этом уровне ударил кулаком и сказал: больше ни одной пустой бумажки. Те самые дипломы, которые выдает Тимирязевская академия, они по качеству ничем не отличаются от дипломов, которые покупают в переходах станции метро. Кажется, Пушкинская, не помню. Вот. К сожалению, это факт. То есть можешь кем угодно быть, но садоводов там не выпускают. Странно, да? Именно садоводов там нет ни одного. Потому что если даже человек посадит деревья, он их за несколько лет быстренько-быстренько уничтожит. Согласно науке Тимирязевской. Я почему говорю? Еще есть время. Пусть осталось 2 месяца. А вдруг, если кто-то скажет: все, нужно переходить на новые рельсы. Вот. Нужно спасти все, что осталось в стране. Спасти это, все, что есть в саду у Боднера, в саду у Латинкова, в саду у Железова. Вот. Уже потеряно все, что было у этого, у Бродского. Все потеряно. Дальше нельзя это терпеть, а терпим годами. И вот приехали бы студенты, а студентам было бы сказано следующее. Вот. 20, пусть не свежие данные, пусть им год-два. Год-два назад, когда было все-таки решено Тимирязевку не закрывать, жирная земля, это все-таки не супермаркеты, там растут деревья, но плохо растут, я сам убедился. Я там был, я рассказывал. То, что я видел, это у меня пополам ужас с удивлением. И это Тимирязевка. Ужас с этим, с удивлением пополам. И вот тогда, когда они вышли с плакатами «Руки прочь от науки», их вроде оставили в покое, но потом был заключен мирный договор, что 25 гектар отдают, продают этим же будущим супермаркетам, хозяевам. Вот. А на эти деньги будут студенты учить. А студент без земли, извините, дурак дураков. Почему? Потому что я считаю, как можно выпустить студента с дипломом, если он не вырастил дерево? Что толку от всех этих самых, все, что он там преподает? Ведь преподают совсем не то, что помогает вырасти. И тогда команда была бы такая: во-первых, вот вам они 25 гектар, а теперь делите эти 25 гектар, и пусть хотя бы по сотке на человека. Хотя бы по сотке. Но он обязан вырастить сад, начиная вот только устроился на первый курс. И сразу он садит сад. Там не надо перекапывать землю. А значит, на этой сотке не надо никакого транспорта, не надо никаких этих лучильников, не надо ни сахи, ни плуга. Ничего не надо. Вот. Ничего. Лопата, тряпка. Вот. И ищите, студенты, где хотите. Хотите, вырастите сад за 5 лет, пока диплом подобный, а это запросто. Я же вот это показывал. Вот как в 2015 году мы прикупили за 1 000 000 рублей участок, там всего 10 соток. И старенький дом, который это долго рассказывает, чтобы слезы у вас не вызывать из опилок. И за несколько лет вырастили прекрасный полносящий сад. А это должен каждый студент. Тем более не в Сибири, а где-то это. И вот тогда тут же бы примчались. А где? А все лучшие сорта в Сибири. А поедем ко мы в Сибирь. А скинемся мы. А давайте мы все это выкупим.
И уже не ученые, которые им уже ничего, ни до чего дела нет. Помните спящую этот самый Академию наук? Тысяч человек спит. Смеялся вся планета. Сейчас же легко это заснять. Тайком. Что такое заседание этого престарелых этих деятелей? Молодежь, молодежь. Я Сеньку специально посадил. 5 минут я его учил вот это. 5 минут, и он через 5 минут этот барабанил. И деньги заработал даже. И книгу я ему подарил. А что мы имеем, выпускницы Тимирязевки? Ответы и советы вашего брата мне совсем не интересны. Шикарный урожай Железова не видела, таких на фото. Это же как надо закрывать глаза. Вы представляете, друзья, как надо закрывать глаза, чтобы... Не могу. Сейчас где это у меня это делось-то? Где это? Ой, жалко, сейчас будет долго открываться, если по новой покажу. Если покажу по новой. Вот это вот. Как нужно закрывать глаза, как нужно отворачиваться. Почему? Потому что, не дай бог, ведь совета неинтересны. Шикарный урожай не видела. Вы представляете? Не видела. Не видела. Лучший сад в России. Не видела. Вот. Запомните. Тимирязевка должна прийти новый дух. Исследовательский. Уже сам случай, так как Пржевальский нашел лошадь Пржевальского. Пришлось на это... На Памир ехать, рискуя жизнью. Только бы слух бы прошел, вот просто прошел слух, что там в Сибири вроде бы я житель Норильска, инженер, и неплохой инженер, я вам показывал дипломы, это ордена, вот. Услышал, что в озере Шушенская ГЭС, это фраза из книги, растут сливы. Все! Вот теперь сливы тут. Со всей планеты. Видели? Вот таких выпускников нам не надо. Шикарного урожая не видела. Это я специально это. Почему? Потому что вместо этого было ведь не просто так, а... Ну, мы это проходили.